мне бабушка оставила в наследство квартиру. Подскажите, что я должна сделать, чтобы принять это наследство? Итак, собственник имущества умер. Наследникам необходимо для принятия наследства обратиться к нотариусу. Делать это нужно в течение 6 месяцев, обратиться к нотариусу, подать заявление. Для первичного обращения к нотариусу наследнику необходимо собрать определенный пакет документов. Перечень требуемых документов обычно можно взять у нотариуса. Наследникам нужно иметь в виду, что некоторые справочки, документы имеют определенный срок действия. И при сборе документов нужно подгадать так, чтобы при обращении к нотариусу срок действия справочки не истек. При обращении наследника к нотариусу, нотариус заводит наследственное дело и выдает уже наследнику по истечению срока 6-месячного свидетельства о праве на наследство по закону либо по завещанию, в зависимости от способа принятия наследства. После этого, если в наследуемом имуществе имеется какая-либо недвижимость, наследникам необходимо обратиться в управление Росреестра для регистрации права собственности на это имущество. И только после регистрации в управление Росреестра, при получении свидетельства о госрегистрации права, наследник становится полным собственником данного имущества недвижимого. А каких-то определенных сроков после получения свидетельства о праве на наследство от нотариуса до обращения в Росреестр не существует. Но желательно как бы не затягивать. То есть получили от нотариуса документы, отнесли в управление Росреестра, зарегистрировали, получили свидетельство о госрегистрации права, на этом как бы стали полным собственником.